наша земля мирно качая сплывет, ближе к причалу вечного дня судьбы народом несет. Слушайте, люди земли, вечность вас ждет впереди. Призрак тленным пройдет навсегда. Время земного бытия. Помни, планета, древние дни, подвиг Иисуса Христа. Знает источник вечной любви. Божьи помнит слова. Слушайте, люди земли, вечность вас ждет впереди. Призраком тленным пройдет навсегда время земного бытия. Люди, познайте силу Творца, милость Его и любовь. Помните близок жизни конца, слушайте благости зов. Слушайте, люди земли, вечность вас ждет впереди. Призрак том тленным пройдет навсегда время земного бытия. Слушайте, люди, земли, вечность вас ждет впереди. Призраком тленным пройдет навсегда время земного бытия. Я прочитаю стих, я прошу извинения за ваше время. Мы до Бога несем свою жертву хвали. Нас багато було, до жертовника йшли із піснями, і звуком музичних знарядь, і чекали, як зійде на нас благодать. Тільки щось то не так, тільки щось то не те, наче цвіт не тривалий щодень лиш цвіте. Піднімалася радість і падала знов, і лишалось скигління слабких молитов. Але, Господи мій, в чому ж справа, скажи, сам мені говорив ти, радій, не тужи, сам сказав ти, не треба овець і тельців, хочеш чути від мене хвалу лиш і спів. І хвалю я, і славлю, а серце болить, і за мить починаю я знову тужить, загораюсь і гасну, горю і не горю, щось не те, щось не так я напевно роблю. І промовив до мене Господь, зупинись, і моїми очима на все подивись, та за словом моїм все обміряй і зваж, чи ж потрібний мені і тобі цей вантаж. Раптом бачу, іду до жертовника я і веду на мотузці худющі теля. Одні кості і шкіра, на оці більмо, ще й до всього на ногу кульгаве воно. За плечима у торбі лежать калачі, навспіх спечені мною на згірклій муці, а у сумці на денці оливи чуть-чуть, не полити калачі, ані навіть макнуть. Боже мій, і це я, це справжнісінький жах, це несу я тобі у хвалі і піснях, це несеш ти мені в тих численних словах, що вродились не в серці, а лиш на устах. Це кульгаве служіння, це форма, це зміст, це топтання на місці, де мав бути зріст, марнотратство часу, марнотратство дарів, компроміс зі світом та обмаль плодів. А коли ти убуваєш, уперта ще й зла, і ще гірше несеш не теля, а козла. Тож чи можу я жертву подібну прийнять,
щоб до тебе вернулась в стократ благодать. Ти ж візьми досконале, що в серці твоїм, що найкращий без вад принеси мені в дім, не в кричанні гучнім, мов валів пророк, а в святім трепетанні, бо ж знаєш, хто Бог. Ти теляй відгодуй милосерді дарів і з любов'ю сплекай, щоб вогонь твій вгорів. Хай потік молитов твою жертву зростить і нічого лихе хай її не гірчить. Якщо час віддаєш, не обривки часу, як себе віддаєш, не частково, а всю, щоб жертва примітна була віддаля і скакала вперед, мов те сите теля. О, якщо ти такого тельця приведеш і мені на жертовник його покладеш, буде спокій твердий, буде радості спів, буде більше дарів, буде більше плодів. Нас багато було, до жертовника йшли, такого ж за собою ми Богу вели. Тож поки ще земна не закінчилась путь, чи ж не час нам на пасовисько нам повернуть. Амінь. Чужой стране вяжет бел глаз людей свирепо, наши здесь рвал, а в разде вспоминать нелепо, мы лишь вспомним свои права, за гроши наедаться небо. Иисус говорит, я хлеб, значит, жизни без Бога нету, без Него душа как хлеб, и мертва без Него планета. Иисус говорит, я хлеб, значит, жизни без Бога нету, без
без него душа как склеп, и мертва без него планета. Для голодного есть резон за горбушку отдать имение, а у нас иногда, как сор, выметает горбушку веник. Поле полное спелой лжи, в лето позднее колосится. Добрым делом, брат, окажи, что для Господа стал ты пшеницей. Иисус говорит, я хлеб, значит, жизни без Бога нету. Без Него душа как склеп, и мертва без Него планета. Иисус говорит, я хлеб, значит, жизни без Бога нету. Без Него душа как склеп, и мертва без Него планета. Так помыслим хотя бы немножко, если в доме хозяин Бог, мы не бросим на пол ни крошки. Иисус говорит, я хлеб, значит, жизни без Бога нету. Без Него душа как склеп, и мертва без Него планета. Иисус говорит, я хлеб, значит, жизни без Бога нету. Без Него душа как склеп, и мертва без Него планета. Слава Господу, братья и сестры! Мы благодарны Господу за тот день, который мы имеем сегодня, это общение пред нашим Господом. Мы смотрим сюда на этот стол, который украшен. Мы видим здесь разные плоды. Мы поем и благословляем имя Господне. Но я думаю, что все мы понимаем. Писание говорит, что Иисус говорит, что «Я есть хлеб жизни». И это есть основа всего нашего служения, основа всей нашей жизни, это есть основа нашего упования. Вы знаете, нам прекрасно быть вместе, петь во славу Господа, благословлять Господне имя, поклоняться Господу. Я думаю, что наши старшие братья, которые есть среди нас, наши сестры старшие, их немного, они знают цену хлеба. Буквально несколько дней назад наш один брат проповедовал, он говорил за своего отца, говорит, как он родил, или когда, як він родив, когда был спечен этот овсяный хлеб. Я знаю, что мои родители, может быть,
других родителей, кто есть старший, они знают, что такое, или они не знают цену хлеба. Люди, то сегодня мы, может быть, живя в этой стране, мы не знаем этого, но люди, они пекли хлеб из желудей. Если мы, нам знакомо, что это такое. Люди пекли хлеб из отрубей. Люди умирали без хлеба. Сегодня мы все имеем в изобилии. Вы знаете, иногда, возможно, наши дети, они не ценят и не понимают этого всего. Прекрасно поем, прекрасно благословляю имя Господне, но хотелось бы сегодня, вы знаете, в этом служении иметь особую молитву. Молитву благодарности Господу за хлеб. Не только за хлеб насущный, но в первую очередь за хлеб духовный. Поблагодарить Господа. Прочитаю такие слова из Священного Писания. «Истинно, истинно говорю вам, верующий у меня имеет жизнь вечную, я хлеб жизни. Отцы ваши ели ману в пустыне и умерли. Хлеб же, сходящий с небес, таков, что едущий его не умрет. Я хлеб живой, шедший с небес. Едущий хлеб этот будет жить вовек. Хлеб же, который я дам, есть плоть моя, которую я отдам за жизнь мира». Это слова Иисуса Христа. «Я есть хлеб жизни». Друзья мои, братья и сестры, я бы хотел, чтобы мы все поднялись на ноги. Пожалуйста. Пожалуйста, я попросил бы наших братьев, брат Сергей, один Сергей, другой, и брат Толя Тацкий, чтобы прошел сюда. Я попросил бы, чтобы наши старшие братья вышли сюда. Брат Андрей Мельник, брат Павло Федорук и брат Тацкий Петро, чтобы они вышли сюда. Это наши старшие. Братья, пожалуйста, можно выйти сюда. Мы хотим помолиться Господу. Вместе. Я бы хотел, чтобы эти братья, они стали по двое. Молодые и старшие. Пожалуйста, братья, повернитесь так до зала. И станьте по двое. Мы понимаем, братья и сестры, что это слово, вот которое я держу в руках. Благодаря этому слову мы сегодня в церкви. Это хлеб жизни, который однажды мы вкусили. Этот хлеб возродил нас к упованию живому, к наследству нетленному, неувядаемому, хранящемуся на небесах. Мы будем благословлять Господа за этот хлеб. Брат, пожалуйста, братья, держите этот хлеб. Можно сюда пройти. Здесь есть вода, братья и сестры. Писание говорит, мы читаем в Божьем Слове, написано, что Христос сказал о себе, говорит, что если бы ты знала дар Божий, ты сама просила бы у меня пить. Мы понимаем, что вода, без воды человек не может жить. Мы помолимся Господу, благодарим Господа за воду, которая есть у нас. Я попросил бы, чтобы братья держали воду. Пожалуйста, брат Андрей, с одной стороны и брат с другой стороны. И у нас есть такой прекрасный хлеб. Братья и сестры, это не овсянка. Это не сотрубей. Это хороший, вкусный, приятный хлеб. Христос сказал, что я есть хлеб жизни. Я хотел бы, чтобы брат Петро и брат Толя держали этот хлеб. Я не хотел бы, чтобы это было каким-то шоу. Но я просто хочу, чтобы мы понимали, что было время, когда люди этого не имели. Когда люди не имели Божьего Слова. Я помню, когда мне было 18 лет, отец мне подарил мою первую Библию. И то говорил: сынок, смотри, чтобы не забрали. Мы знаем цену воды. Один человек сказал мне, говорит, когда я служил высоко в горах, и говорит, мы были в горах, говорит, так хотелось пить. Нам давали бутылку воды, говорит, я выпивал за один раз. А потом, говорит, хотел пить, но, говорит, не было воды. Мы, говорит, язык
уста опухали от того, что не было воды. Это тоже жизнь. Братья и сестры, хлеб. Мы понимаем, что без хлеба. Мы даже вспоминая историю наших родных, мы понимаем цену хлеба. И хотелось бы сегодня, чтобы, как я уже сказал, чтобы у нас это не было каким-то представлением, но чтобы у нас была искренняя, горячая, сердечная молитва к нашему Господу. Господь, мы благодарим Тебя, что мы имеем хлеб духовный. Мы благодарим Тебя, что мы имеем хлеб телесный. Мы благодарим Тебя, что мы имеем эту воду, которую Ты посылаешь для нас. И просто в искренней сердечной молитве прославим нашего Господа Иисуса Христа. Молимся Господу. Аллилуйя! Аллилуйя Тебе, Божий Сын! Благословен Ты, Бог наш! Ава, Отче Боже, благословенно Твое имя, Святое, Царь Вечности! Осанна Тебе, Господь! Аллилуйя Тебе, Бог наш! Ава, Отче! Благословляем Твое имя, Святое Боже, преклоняясь пред величием Твоего лица, Господь! Слава! Слава Тебе, Господь! Слава Тебе! Слава Тебе, Иисус! Аллилуйя Тебе, Боже наш! Ава, Отче! Благословен Ты, Дух Святой Господь, благословенно Твое имя, Святое Боже. Мы прославляем Тебя, Бога жизни, за безмерное величие и могущество Твоей славной силы, любви и благодати. Слава Тебе, Отец Небесный, Отец Благой Милосердный, аллилуйя Тебе. Благодарим Твое имя, Святое Господь, за безмерное величие, за могущество Твое, Господь, за Слово Твое. Аллилуйя Тебе, Бог наш, Ава, Отче, Божий Сын, Господь, благословен Ты, Царь Вечности, Боже. Слава Твоему Святому имени, Боже наш. Благословляем Тебя, Бога жизни. Благодарим Тебя, Отец славы, Боже. Благодарение и слава, величие и честь Твоему имени Святому. Дай, Господи, нам понимание, Господь. Дай, Господи, Боже, нам, Господи, Боже, Господи Боже, в нашей жизни, Господь, понимать, Боже, то, что Ты, Господь, посылаешь для нас, Отец славы, Боже, наполни, Боже, и благослови, Дух Святой, пусть благодать Твоя, Боже, Отец, арабиги тайны, скормекейзус, армене штивды гитара лабадар чаудес, армегейзус, кирибиды штевды, робедегентес, киримене штевдес, аминь, аллилуйя Тебе, Боже, Ава, Отче, Дух Святой, Ава, Отче, аминь. Аллилуйя, аллилуйя, слава Тебе, аллилуйя, слава Тебе, аллилуйя, слава, слава, слава Тебе, Ава, Отче, Дух Святой, будь прославлен и благословен, Отец, славы Боже. Отец Небесный, мы склоняемся пред величием Твоего Святого Лица, благословляя Твое имя Святое в этот день. День, когда мы согласились, Боже, благодарить Тебя, Боже, Господи, иметь это благодарственное служение, благодарить Тебя за все, что Ты посылал нам в нашей жизни. Слава Тебе, Отец Небесный. Мы благодарны Тебе, Господь, за этот насущный хлеб. Мы благодарны Тебе, Господь, за эту воду, которую имеем в этой жизни, Боже. Господи, мы благодарны Тебе, Господь, за мир и за благополучие. Отец Небесный, Боже, но вместе с тем, Боже мой, Господь, мы благодарны Тебе за хлеб жизни, Боже. Мы благодарны Тебе за живую воду, Боже, которая течет в нашу жизнь. Аллилуйя Тебе, Божий Сын, слава и благодарение Тебе. Аллилуйя Тебе, Царь славы, Боже. Благословенно Твое имя, Святое, Бог наш. Благословен Ты, Царь вечности. Ава, Отче, аминь, Дух Святой. Да будет благословенно Твое имя, Святое, среди святых Твоих, Господь. Среди церкви Твоей, Господь, среди народа Твоего, Боже, мы склоняемся пред величием Твоим и благословляем Твое имя, Святое, Бог наш, аллилуйя Тебе, Отец славы, благодарны Тебе, Господи Боже, среди нас, Господь, сегодня эти братья, Боже, которые прожили эту жизнь, Господь, Боже, в своей жизни они видели, Господь, печали, слезы, Боже, они знают, что такое голод, Боже, они знают, что такое хлеб, Боже, они знают, что такое притеснение, Господь, Отец, за Слово Твое, сегодня мы вместе благословляем Твое имя, Святое, потому что имеем, Господи, время, Боже, когда мы можем благословлять Твое имя, имеем время, Господь, мы можем иметь все изобилие. Имеем время, Господь, свободы. Слава Тебе, Отец Небесный. Благодарность Тебе, Божий Сын. Хвала Тебе, Дух Святой. Благослови, Господь, на дальше церковь Твою, народ Твой, Господь, детей Твоих, Боже. Пусть почет Твоя премудрость, Господь, и Твое ведение на народе Твоем. И да будет благословено имя Твое Святое. Мы благодарны Тебе за это вместе. Господи, с пожилыми нашими братьями, Боже, преклоняемся, Господь, пред Господи, пред лицем Твоим, Боже, и всей церковью, Боже, благословляем Твое имя Святое. Ава, Отче! Аллилуйя Тебе, Божий Сын! Ава, Отче, Дух Святой!
Благослови, Господь, каждое сердце Божие и дай, Господь, дерзновение Божие, ревность, Господи Божие, Господи, кушать, Господи, Твоего стола Божие и насыщаться и благословлять Твое имя Святое. Церковь Твою благослови, Господь, наследие Твое благослови, достояние Твое благослови. Тебе благодарность, Господь, за этот хлеб, Господь, духовный Божий, благодарность Тебе за телесный хлеб, благодарность Тебе, Господь, за духовную воду жизни Божией, благодарность Тебе, Господь, за телесную воду. За все прими благодарение и славу, наш Царь, наш Бог, Отец, Сын и Дух Святой. Аминь. Слава Господу! Братья и сестры, благодарим братья. Можно садиться, пожалуйста. Мы сейчас будем петь общим пением. Пожалуйста, стоя на наших ногах, включите, пожалуйста, псалом. Я хочу трудиться на Марина.
Господня, я хотів би, щоб ми ще трошки запаслися терпінням. Ви знаєте, сьогодні в нас є день подяки, так що, я думаю, Господь дивиться на кожне із наших сердець, і як ми відносимося до цього дня. Якщо в нас щось, можливо, не виходить, ну, ви не осудіть нас. Господу більше приємніше, якщо ця хвала, вона із серця є. А я думаю, вона із наших сердець, тому що ми старалися, ми хотіли прославити Бога. Тому нехай Господь благословить надалі. Далі ми будемо слухати, проіграє пісню оркестр, після чого буде пісню співає Володя і Настя. Потім розкаже стих Еммі, Аніта, Данік, Стас і Еліна заспівають пісню. Далі Естер розкаже стих. Після чого будемо знову слухати пісню Лариса, Кристіна, Настя і будемо слухати заключну проповідь. Нехай Господь благословить. Слава Богу! Дякую Богу за цей день прекрасний. Всі зібратися, прославити. Вибачаюсь. Ми дякуємо Богу за цей день прекрасний, що ми могли ці зібратися всі на це місце, мати спілкування з ним, прославити його ім'я. Ми дякуємо за все, за це время прекрасне, що ми могли тут всі зібратися як одна сім'я. Останній псалом, то, що ми хочемо заграти, це буде «Огонь любви». Пусть Бог благословить. Thank you.
розмышляют журавли, шнива и близки птахи перелит, нагадують життя коротка мить. Зимні роки, як річечка біжать, зимні роки словами не бежать. Біліють колосом вже дні твої, а у душі змовкають солов'ї. Біліють колосом вже дні твої, душі змовкають солові. Чи думав ти, життя пройде як день? Чи думав ти, що є земля пісень? Чи думав ти, що є вогонь жалю? Чи думаєш про душу ти свою? Торкнеться сумом осінь до чола, я пустоцвіт весна твоя була. Біліє колосом пустим життя, аням земним немає вороття. Біліє колосом пустим життя, аням земним немає вороття. Чи думав ти, життя пройде як день? Чи думав ти, що є земля пісень? Чи думав ти, що є вогонь жалю? Чи думаєш про душу ти свою? Ім'я Господнє просимо всіх, покайтеся, жнива йдуть на поріг. Спаситель простить, душу пригорне. Спів соловіни для душі верне. Спів соловіни для душі верне. Чи думав ти, життя пройде як день? Чи думав ти, що є земля пісень? Чи думав ти, що є вогонь жалю? Думав ти, життя пройде як день? Чи думав ти, що є земля пісень? Чи думав ти, що є вогонь жалю? Чи думаєш про душу ти свою?
небе солнышко сияет, льет на землю яркий свет. Нас Господь благословляет, никаких сомнений нет. Будем Богу благодарны за плоды родной земли, за обилие урожая, в этом знак Его любви. Бог дает нам хлеб насущный, это ты не забывай, и всегда Его в молитве за заботу прославляй. И делись всем, что имеешь, со вдовой и сиротой, никогда не обеднеешь, есть такой секрет простой. Бог нас радует плодами, Он заботится о нас. Благодарны ли мы с вами, вы подумайте сейчас. Сколько ропота бывает в человеческих сердцах, это очень огорчает Господа на небесах. Аминь. Как много для каждого сделал. Тобою живет, существует земля. На наши столы посылаешь хлеба. Нам жизнь и дыхание даря. Господь. Спасибо, Отец, поднимаются руки. Прими за любовь и за милость хвалу. Спасибо, Отец, поднимаются руки. Прими за милость. Счастье поверить, и в жизни земной ты немало добра даешь даже тем, кто сердечные двери закрыл и не принял тебя. Господь, благодарно споют тебе люди. За данную милость в этом году. Спасибо, Отец, поднимаются руки. Прими за любовь и за милость хвалу. Спасибо, Отец, поднимаются. Наши полны Господних даров, богатую жатву родили поля, и все это ты нам даешь, Бог, любовь,
красиво склонила земля. Господь, благодарность поют тебе люди за данную милость и в этом году. Спасибо тебе, поднимаю за руки. Прими за любовь и за милость хвалу. Спасибо тебе, поднимаю за руки. Прими за любовь и за милость хвалу. Господь мой, как чудно ты мир сотворил, небесный простор, мириады светил, и землю, и все, что мог увидеть я, зверюшек и птичек, леса и поля. Высокие горы, цветы на луках, деревья и травы в лесах и полях, пшеницу и рожь, воду, хлеб для меня, и птиц щебетание, чем радуюсь я. Моря и озера, разлив без рек, и солнце, и ветер, и я человек. Тобой, твоей силой, Создатель и Бог, живет, чтоб тебя я за все славить мог. Чтоб видеть цветов, разноцветный ковер, чтоб слышать творение твоих дружных хор, согретых живительным солнце лучом, чтоб в ночь не погоду, не насмешным днем. Тебе, Творцу Богу, хваление шлют, и мне радость жизнь, свет, счастье несут. И я хочу слиться с природой и петь, и песни хвалы к Иисусу лететь. Аминь. День жатвы. Всех приветствую я и напомнить желаю о жатве Христа, о том, что Спаситель наш скоро грядет, чтоб на небо в обитель забрать свой народ. А готова ли я, Боже, встретить Тебя, или одежду запачкали пятна греха? Поспешим же сегодня к Иисусу скорей, чтобы Он нас омыл чистой кровью своей. А тот, кто Христа еще не познал, но о нем уж не раз в своей жизни слыхал, для тебя еще ныне слова звучат, друг. О, немедли приди, ведь Бог любит тебя. Уж скоро настанет жатва Христа, и голос умолкнет, зовущий тебя. Может, друг, ты давно ушел от Христа. Бог со скорбью сегодня глядит на тебя. Вне цветущего сада хватит стоять. О, вернись поскорей, ко Христу ты опять. Как заблудшего сына отец ждет, любя, и ношу греха он снимет с тебя. Радость прощения взамен даст тебе, счастье, спасение и мир во Христе. Ведь скоро наступит жатва Христа, о том повествуют пророков слова. Сегодня сбывается все на глазах, народ в сокрушении, раскаяниях, слезах. И это от Бога. Все, все должны услыхать о Христе весть благую, чтоб путь верный избрать. Спеши, друг, сегодня, чтоб не опоздать, уж серп приготовлен, чтоб ниву пожать. И пока не настала жатва Христа, приди, друг, покайся, Бог любит тебя. Слава Богу, Господи.
окно. Птиц косяк. Каждый человек в другом желает видеть только добрый взгляд. Посмотри на Божьих птиц, как воркуют в тишине. Сестры, я хочу вместе с вами сказать слава нашему Господу. Я искренне рад сегодня быть среди вас, и я благодарен брату Василию, который пригласил меня. Я скажу вам, знаете, за 15 лет живя в Америке, я первый раз здесь за горами на празднику жатвы, и я приехал с Мозлейка, сегодня благодарный Господу, и хочу вместе с вами выразить эту благодарность, и выражаю ее для нашего Господа за то, что Господь нам все дарует. Сегодня я так смотрю в этом служении, и все переполнены благодарностью, все хотят славить Господа, все хотят что-то принести, как-то послужить друг другу, воздать благодарность Богу. Я знаю, что вы все не успели, я понимаю, но я хочу, чтобы сейчас перед заключительной молитвой мы еще, друзья, прослушали Слово Божье, которое у меня на сердце, и чтобы мы сердечно все возблагодарили Бога. Знаете, я так в служении наблюдаю, можно сказать, таких три направления. Первое, что это мы все
с открытым сердцем сегодня для того, чтобы благодарить Бога за все дары, за все плоды, которые Господь нам подарил в этом году. Слава нашему Богу! Это прекрасно! Мы видим здесь вот такую декорацию, ну, такое наглядное, что мы можем видеть. Но здесь, конечно, не все то, что производит земля. Я вам скажу, может, не все, может, старший кто-то не бывал за гором, я знаю, молодые там в основном бывали. Если кто-то не бывал на East Washington, побывайте там, посмотрите, особенно сейчас, в это время, начало, конец сентября, начало октября, вы увидите, какие прекрасные сады, какие прекрасные плоды дарует земля, это все для блага. Вы знаете, когда-то я был в Индии, я посмотрел, и вот там яблоко из Вашингтона, и там они есть. Но для многих народов вот эта земля дает плоды, и мы имеем возможность их употреблять, и это милость Господня, слава нашему Богу. Второе, я хотел заметить, что сегодня говорилось о том, призыв к труду сегодня звучал в этом служении, чтобы, что Господь призывает нас трудиться, чтобы приносить в жизни наш плод. И вот третье, что говорилось и напоминалось и пелось о том, что будет день великой жатвы, когда Господь пожнет в житницу свою. Одних Он заберет в Царствие Божье, а другие пойдут на вечные муки, на вечное наказание. И вот призыв к труду, чтобы мы трудились, чтобы собирать в Божью житницу, собирать людей, то есть приглашать, спасать людей для того, чтобы они оказались в Божьем Царстве. И вот я хочу сегодня некоторые места из Слова Божьего поделиться вместе с вами. И первое, что я читаю, это второзаконие, было сказано Божьему народу такие слова. Это 8 глава, 10 стишок. «И когда будешь есть и насыщаться, тогда благословляй Господа Бога твоего за добрую землю, которую Он дал тебе. Берегись, чтобы ты не забыл Господа Бога твоего, не соблюдая заповедей Его и законов Его и постановлений Его, которые сегодня заповедую тебе». И 17 стишка. «И чтобы ты не сказал в сердце твоем, моя сила и крепость руки моей приобрели мне богатство сие, но чтобы помнил Господа Бога твоего, ибо Он дает тебе силу приобретать богатство». Друзья, я хочу сказать, что мы счастливы, что мы живем в этой благословенной стране. Мы не знаем недостатка ни в чем. Я так смело могу сказать в отношении физической жизни. Мы имеем пищу, имеем одежду, имеем пропитание. Вы знаете, что в мире около 1/3 людей недоедает и голодает. Около 1 000 000 000 людей голодает. И около 1 000 000 000 людей недоедает. Говорят, все познается в сравнении. Вы знаете, если мы сегодня открываем потихоньку наш холодильник или нашу морозиловку, чтобы там кусок мяса, какая-то курка замороженная не ударила нам по ногам, то вы знаете, во многих странах мира люди и дети и с раздутыми животами от голода, они ждут подаяния от кого-то, чтобы кто-то им что-то дал. Вы не думайте, друзья, что мы самые лучшие, что мы все это имеем. Вы не думайте, что Америка, она поступает во всем правильно, что Бог нас благословляет. Нет, здесь много греха, вы знаете. Но может быть, Бог по милости своей ради, как Содом, когда пошли ангелы в Содом, и Авраам говорил с ангелом, может быть, Бог по милости своей и заради праведников хранит эту страну. И заради тех, которые много жертвуют. Я слыхал такую статистику несколько лет назад. Только неправительственные, то частные организации или частные лица на гуманитарную помощь дали другим странам более 900 миллиардов. Друзья, может быть, Бог по этому милосердию, что многих людей держит мир и благополучие. И мы, находясь в этой стране, мы пользуемся этими благами. Как должны мы быть благодарны Богу? Мне еще нет 60 лет, и я не осмелюсь говорить о голоде, потому что я его не знаю. Я вижу, здесь есть люди с убеленной головой, которые могут рассказать об этом. Я только маленький фрагмент из жизни моего отца, который рассказывал мне, напомню. Вы знаете, после Второй мировой войны в 1945
1947 году, когда он возвращался из Дальнего Востока, из армии. И вот в Харькове была его остановка или пересадка, и он там увидел ужасное. После войны, вы знаете, что там было, может быть, кто-то из той местности есть или слыхал. Это был голод большой, большой город, все разбомблено, все разбито, ничего нету. И он говорит, когда он посмотрел на это, он пришел в ужас. Когда множество людей двигались по тротуарах туда и сюда, и, говорит, и днем, и ночью никто спать не ложится. Многие лежали на тротуарах, и некоторые еще шевелились, другие уже не двигались. Те, которые не двигались, тех подбирали. А которые шевелились, они так днем и ночью там лежали, на них никто не обращал внимания. Тысячи людей устремлялись на вокзалы. И говорит, что милиция снимала людей, которые лезли наверх на товарные вагоны, на любые другие, цеплялись как только можно, чтобы попасть на западную Украину, где есть. Они слыхали, что там еще есть хлеб. И говорит, когда я посмотрел на все это, и когда они увидели, говорит, сотни рук простирались, чтобы просили в этих солдат. И говорит, мне дали на дорогу сухой паек, две булки хлеба. Он вез их туда, домой. Но, говорит, когда я увидел это все положение, говорит, сотни рук протягивают и просят, солдатик, дай кусочек хлеба. Он говорит, я взял одну булку, разрезал, раздал им, а рук не меньше, их все больше. Он говорит, люди добрые, я всем не могу дать. У меня семья, у меня жена, у меня ребенок. Может, они тоже хлеба не имеют. Друзья, вот такое время было. Сегодня мы имеем полнейшее изобилие, слава нашему Богу. Он нам дает все, как сказано в послании апостола Петра, все потребное для жизни и благочестия Бог дал нам, слава Ему. Друзья, и вот сегодня я хотел бы, чтобы мы, когда мы что-то имеем, мы не думали, что мы такие шустрые, что мы такие проворные, что мы лучше других. У нас получается, друзья, это Бог дает. Бог дает тебе силу, дает тебе приобретать богатство. Бог дает тебе в правильный момент принять правильное решение, и у тебя получается. Благодари Бога и из этого уделяй нуждающимся. Оно сохраняется. Написано, благотворящий бедному дает займы Господу, друзья. Это могут сказать многие люди, которые в трудности переживали в жизни своей. Господь за их неблагодеяние никогда их не оставлял. Друзья, и вот я хотел бы второе место прочитать, где сказано в Священном Писании, такое место есть в послании, то есть в книге Левит сказаны таковые слова. Это из 7 главы. О благодарности Господу, из 11 стишка. Вот закон о жертве мирной, которую приносят Господу. Если кто в благодарность приносит ее, то при жертве благодарности он должен принести пресные хлебы, смешанные с елеем, и пресные лепешки, помазанные елеем, и пшеничную муку, напитанную елеем, хлебы, смешанные с елеем. Друзья, я когда читал это место, я начал немножко просматривать, и я увидел, что кругом, где приносилась жертва, то при жертве приносилось и хлебное приношение. И вот это хлебное приношение обязательно должно быть вот так. Это были пресные хлебы, пресные лепешки и пшеничная мука. Но все оно было смешано, оно было, можно сказать, замесено на этом елее, или смешано, перемешано с елеем, или помазано елеем. Друзья, мы все знаем, что хлеб – это есть символ Слова Божьего. Елей – это символ Святого Духа. И вот все я хотел бы, чтобы когда мы приносим жертву, друзья, чтобы вот эта наша благодарность пред Господом, чтобы она была напитана, я так скажу своими словами, или наполнена вот этим елеем благодати Святого Духа, чтобы наша благодарность была принята Богу. Почему-то Богу было угодно, чтобы это приношение с оливковым маслом приносили, этот хлеб с оливковым маслом, чтобы Богу было приятное благоухание, чтобы Ему было приятно. Да, это указывает на Иисуса Христа, который говорил о себе, что я есть им хлеб жизни, я есть им хлеб, шедший с небес, ядущий сей хлеб не умрет вовек. И Он говорил, сегодня напоминалось об этом, и Он говорил о себе, что Он есть хлеб. Пели об этом псалом. И Иисус говорил, что Он хлеб. Он говорит об этом. И вот, друзья, Он говорит, кто будет есть хлеб сей?
Но вы знаете, друзья, есть хлеб сей, это значит Слово Божье, брать и питаться им, и питаться этим Словом, и из этого, что оно в нас производит рост, этот хлеб, при освящении Духа Святого приносить хвалу и благодарность нашему Богу. Ведь сами мы не в состоянии прославить Его так, как Он достоин. Но Он говорил: Иисус, от Моего возьмете и Меня прославите. Вот этот Дух Святой, вот это помазание, я хотел бы, чтобы оно на каждом из нас было, и чтобы оно работало в нас. Я хотел бы, чтобы в сегодняшний день, когда мы будем благодарить Бога, чтобы мы Его возблагодарили от всей души, от всего сердца, всем нашим естеством, за все блага, за все милости, которые Он дарует для нас, чтобы оно было все освящено Духом Святым, чтобы оно было приятное благоухание для Господа. Вы знаете, Иисус Христос, написано, что Он принес Богу жертву. Бог принял эту жертву, и написано: благоухание приятное. Я не могу понять своим умом, как это, умирая родной сын, его единственный возлюбленный, он отворачивается и скрыл лицо свое от него, но эта жертва оказалась приятной для Бога, благоухание приятное. Почему? А он смотрел через Христа на нас. Написано: на подвиг души своей он будет смотреть с довольствием. Он смотрел на тебя и меня, когда мы были далеко, когда мы были еще погибшими, он смотрел и видел, и знал, что мы придем к Нему. Вот что мы придем, что мы будем служить Господу. И эта жертва, которая приносилась, она приносила удовольствие Отцу через то, что Он так наметил, чтобы спасти тебя, меня. Я не понимаю умом, но я верю, что эта жертва была угодна Богу. Так написано. И вот, друзья, мы читали, чтобы, когда приносишь, есть написано в Библии, когда приносишь жертву Богу, приноси ее так, чтобы приобрести благоволение Господне, то есть, чтобы Господь, Он был доволен. Сегодня говорили стих о том, что если мы приносим жертву хромое, слепое, оно будет угодное. Вы знаете, если бы мы кому-нибудь приносили дар и принесли такое что-то несовершенное, как бы радовался этот человек? Бог когда-то говорил Израилю: когда ты несешь хромое, слепое, а ты князю своему поднеси, будет ли он доволен, друзья? И если наша жизнь не в порядке, то наша хвала, она несовершенна. Нам прежде всего нужно пред Богом осознаться и покаяться, в чем мы не правы. Тогда Он примет от нас жертву. А если мы имеем что-то в нас тяготит, и мы не хотим с Ним расстаться, то наша жертва, она не будет угодна Богу. Я хотел бы, чтобы мы оставили все, чтобы мы отложили все, чтобы мы покаялись, что мешает, и приносили чистую жертву, благоухание приятное. Ведь для Него самое прекрасное – это жертва чистая, святая. То есть, когда мы приходим к Нему и осознаем себя, и Он прощает, милует и благословляет. Слава нашему Богу! И вот я напомнил слово, которое написано в послании апостола Петра, таковые слова. Эти слова когда-то по-особенному прозвучали в моем сердце, и я хочу поделиться этим словом. «Как от божественной силы Его даровано нам все потребное для жизни и благочестия, через познание, призвавшего нас славою и благостью, которыми дарованы нам великие драгоценные обетования, дабы вы через них соделались причастниками божеского естества, удалившись от господствующего в мире растления похотью». То вы, прилагая к всему все старание ваше, покажите в вере вашей добродетель, в добродетели рассудительность, в рассудительности воздержание, в воздержании терпение, в терпении благочестие, в благочестии братолюбие, в братолюбии любовь. Если это у вас есть и умножается, то вы не останетесь без успеха и плода в познании Господа нашего Иисуса Христа. А в ком нет сего, тот слеп, закрыл глаза и забыл об очищении прежних грехов своих. Посему, братья, более старайтесь сделать твердым ваше звание и избрание. Так поступая, никогда не приткнетесь, ибо так откроется вам свободный вход в вечное царство Господа нашего и Спасителя Иисуса Христа.
Отчине я много прочитал. Вы знаете это место, многие старшие могут его цитировать на память. Но я говорю, однажды мне, когда я был еще там в Украине, однажды, когда я был на атомной станции, работал, и вот я иду по дороге, они как, знаете, как вбитые гвозди, как молоточком, кто стучит в мой голос, внутри голос говорит в мой разум, в мое сердце, что от божественной силы нам все потребное для жизни и благочестия дано, друзья, ведь действительно дано, правда? Мы имеем транспорт, имеем кровь над головой, имеем пищу, имеем одежду, имеем мир, имеем благополучие, слава нашему Богу. И написано, через познание Иисуса Христа, и нам великие драгоценные обетования дарованы. Слово «познание» в библейском значении, это значит познать, это соединиться, слиться воедино. Через соединение с нашим Господом, через пребывание в Духе Святом с Ним, мы имеем великие драгоценные обетования. Мы имеем надежду на вечную жизнь. Мы имеем то царство, которое Бог уготовил от создания мира. Друзья, мы имеем эти обетования. Но вы знаете, я хочу уподобить наше спасение. Это как корабль, который плывет, и он отплыл и плывет до какой-то пристани. Но вот, друзья, мы еще не можем сделать выдох, мы не можем еще расслабиться, потому что мы плывем, и еще не окончилось наше плавание, и мы должны максимум стараний прилагать. Вы знаете, я наслышался здесь в Америке, я в американских церквях наслышался, где говорят, что все Богом даровано, все даровано, все, тебе ничего не надо делать, ты даже не напрягайся, все сделано Христом. Друзья, да, Христом сделано, но сделано то, что с Его стороны нужно сделать, Он сделал. А с нашей стороны написано, то вы, прилагая к всему все старание. И вот первое что? Покажите в вере вашей. Что показать, друзья? Скажите, что я прочитал? Покажите первое что? Добродетель. Знаете, может, вы знаете, я не хочу, но если, может, кто-то не вникал глубоко, то я скажу, это я тот, который не вникал глубоко. Я думал, добродетель – это добрые дела. Знаете, друзья, когда я начал исследовать это слово, это говорит высокие моральные стандарты. Посмотрите в словарях. Это говорит, добродетель – это высокие моральные стандарты. Ведь добрые дела люди делают и в других религиях, правда? И мусульмане там 2,5% или 5% жертвуют, и буддисты, и другие люди. Много хороших людей есть в мире, которые делают добрые дела. Друзья, здесь говорится о высоких моральных стандартах. Когда мы обратились к Богу, Писание говорит, какими мы были. Мы были безбожники, не знали Бога, жили без Христа, были гнусны, ненавидели добрые дела. Но когда явилась благодать и человеколюбие Иисуса Христа и Бога, нашего Спасителя, написано, Он спас нас не по делам праведности, которые бы мы сотворили, но по Своей великой милости. И вот, друзья, и вот это что? Написано, с божественной стороны Он нас спас, Он даровал нам надежду, а мы должны прилагать все старания, показать высокие моральные стандарты. Молодежь! Кто задает тон в жизни нашей? Кто говорит нам моду? Кто нам говорит поведение? Кто нам говорит поступки? Кто нам говорит, что слышать? Что смотреть? Чем заниматься? Как одеваться? Кто нам говорит? Друзья, родители ли? Богобоязненные ли люди? Служители ли в церкви? Или те люди, которые уже не знают, что такое мораль? Или забыли? Или те люди, которые отступили всякие нормы, попрали в жизни своей, друзья, кто задает тон? Кто задает тон в другом, в третьем, четвертом, друзья? Высокие моральные стандарты – это то, что исходит из Библии, от Слова Божьего. И вот здесь покажите в вере вашей высокие моральные стандарты. Покажите в вере вашей, друзья, это ко мне, это к тебе, что Господь хочет видеть. И дальше я не буду за недостатком времени во всем говорить, но если мы возьмем каждое слово, я посоветую, братья, кто не смотрел, возьмите словари, хотя бы русского языка, посмотрите каждое слово вот этой лестницы Петра, и вы увидите, куда она нас, как она нас поведет и выведет и покажет нам, что Господь хочет видеть
прежде всего в нас. Он хочет видеть перемену нашего мышления, перемену наших взглядов, наших вкусов, наших ориентиров. Ведь христианин, настоящий в полном библейском слове, это противоположность миру во взглядах, в вкусах, в поведении. Друзья, сегодня в этой стране много спрашивают: «Кришчен, Кришчен, да, Кришчен, друзья». И у нас там говорили, тоже такие были, что Кришчен. Но на настоящих верующих они говорили, это верующие, а мы православные христиане. Но вы знаете, вот это, что человек Кришчен говорит, это еще не все. Последователи Иисуса Христа, это тот, которого узнают, что он был с Иисусом. Я хотел бы, чтобы я и вы такими были последователями Иисуса Христа. И мы показали в вере нашей. И написано, если это у вас есть и умножается, то вы не останетесь без успеха и плода. Плод в жизни нашей будет. Будет видеть. А в кого нет всего, друзья? Я когда читаю это слово, мне становится страшно. Когда нет всего, тот написано слеп. В оригинале написано «щурящийся». Знаете, человек плохо видит. Вот у меня уже зрение падает без очков. Я, чтобы ваши лица видеть, я прижмуриваю глаза. Так вот написано, тот щурящийся человек забыл об очищении прежних грехов. Что-то такое в жизни было, но написано, Господь, Он излечет прошедшее. Он в жизни когда-то покажет пред нами все то, что было от юности нашей, друзья. И если мы не покаялись, Господь возовет прошедшее. И если в нас нету плода, может быть, что-то есть, то, что по жизни нашей, мы думаем, что оставили, но не покаялись. Вы знаете, Господь хочет, чтобы мы и не только оставили, что мы покаялись в этом и больше никогда не делали. И вот написано, а когда в это у вас есть и умножается, вы не останетесь без успеха и плода в познании Господа Иисуса Христа. И написано, посему более и более, посему, братья, более и более старайтесь делать твердым ваше звание и избрание, так поступая, никогда не приткнетесь, ибо так откроется вам свободный вход в вечное царство. В оригинале написано, так ведь богато будет предоставлен вам вход у вечное царство. Богато. Друзья, 12 врат и 12 жемчужин. Сегодня жемчуг какой-то там, перстень какой-то там, кольцо, говорят. Я спрашиваю одного брата на обручальном кольце, такой маленький камушек. Говорю, сколько он? Может, 5 стоит тысяч? Да, говорит, где-то так. Друзья, большие, они стоят миллионы. А это будут двери из жемчужин. Вы знаете, может, кто-то видел, когда или фотографии, или запись видел, как президентам открывают двери, или там царям, какие там пышные, прекрасные двери. Там находятся слуги, которые открывают их, и он заходит, друзья. Вы представьте себе, ты и я, кто мы такие, простые, да? И вот однажды так богато откроется вход в эти жемчужные врата. Ангелы откроют. Кому? А победителю. Тому, кто победил себя, победил грех, победил сатану. И так откроется в ком? Умножаются плоды. В ком есть и умножаются эти плоды. Откроется свободный вход в вечное царство. И вы знаете, что еще больше этого. Иисус Христос скажет побеждающему, дам сесть со мной на престоле моем. Друзья, вот эти искушения, которые каждый день вокруг нас. Вот кто-то, давай посмотрим, давай сделаем, давай то. Друзья, искушает, может быть, через ближних искушать дьявол. Если мы побеждаем это и смело говорим, греху нет, то побеждающий, написано, наследует все. Бог говорит, я буду ему отцом, он будет мне сыном. Побеждающему дам сесть со мною на престоле моем, как и я победил и сел на престоле отца моего. Друзья, вы представьте себе, вас, царь царей, творец всех планет и вселенной, посадит с собою тебя на престоле своем. Какая это честь! Аллилуйя, слава нашему Богу! Но это для побеждающих, друзья. Ведь сегодня мы в служении для того, чтобы возблагодарить Бога, для того, чтобы обновить себя, свое отношение к Богу и к делу служения. Пели сестры хороший псалом, что дорог для Господа, и этот колосок, который упал. Что же это за колоски? Друзья, кто это? Может, это ослабел в вере, кто разбился, может, кто соблазнился, кто отступил или не ходит в служение. Написано, чтобы мы
поддерживали слабых, утешали малодушных. Друзья, пели псалом, хор пел, все вместе пели, что даже для старика работа найдется. Этот колосок упадший поднять. Кто-то здесь рядом, кто-то где-то, мы, может, замечаем по жизни. Он молчит, его опущена голова. Кто подымет этот колос? Кто скажет ему слово утешения? Да, указывать ему на грех, то мы умеем. Ты посмотри, какой ты грешник. Но он и сам знает. Но вот поднять его бережной рукою, поднять этот колосочек, ведь в Бога он ценный, дорог ему и молодой, и старый. Ведь он за всех пролил драгоценную кровь. Друзья, призыв к труду. Однажды один шотландский проповедник, возвратившись в Шотландию из Индии, где он провел всю жизнь миссионером, он проповедовал, он был старичок, он был уже очень слабенький. Он стал и проповедовал, и призывал молодежь для труда ехать на миссию и трудиться в Индию. Но он говорил, а отзыва не было. И вот во время проповеди он потерял сознание. Его хотели увести, но когда привели его в чувство, он говорит, нет, я должен окончить мою проповедь. Он встал, слабенький, дрожащий. Его поддержали, он говорит. Говорит, что когда призывает королева Великобритании на службу, отзываются многие молодые люди, идут в армию, идут служить. Когда призывает Иисус Христос, не идет никто. Говорит, если так, то я хоть я старенький, уже трудиться не могу, но я поеду еще туда. Я ляжу на песку, на берегу Ганга, и буду там умирать, и там умру. И пусть Индия знает, что был человек в Шотландии, который приехал, чтобы умереть за них. И в зале начали всхлипывать, начали поднимать руки, начались возгласы, говорят, что я пойду. И многие из них сдержали свое слово. Друзья, Бог призывает на труд, чтобы мы трудились, чтобы мы поднимали. Да, может быть, не для каждого этот труд куда-то ехать, но вот рядом, вокруг нас, и Нива, вся белешенька стоит. Кто это поспевшие эти души, друзья? А вот эти все, что мы видим, наколотые, заколотые, задротованные, они или где-то потерянные, друзья, это поспевшая нива. Это те, которым же в жизни все надоело, им ничто не интересно. Они уже готовы к жатве. Кто их пожнет Божью житницу? Если они не будут пожаты, они сгниют и погибнут. Они погибнут навеки. Я помню один случай, когда-то у нас в церкви мы шли служения. И вот лежал пьяный человек в снегу. Мы подошли, хотели его поднять. Он начал нас обзывать нецензурными словами. Ну, мы знаете, как дети, которые выросли в верующих семьях, не привыкшие к нецензурным словам, это нам все не нравится. И так, вы знаете, мы там с Библиями, ну, не хочешь, мы хотим тебе помочь, ты не хочешь, ну, смотри сам. Один из среди нас, братьев, останавливается, склоняется над ним, говорит, друг, вставай. Он на него нецензурными словами, он говорит, вставай, друг. Он не смотрит на эти слова, ищет его шапку в снегу, надевает, поднимает его, говорит, вставай. И я когда-то таким был. Вставай, а то замерзнешь, погибнешь, друзья. Друзья, как часто мы вот так вот думаем, что ну нам все хорошо, мы идем в царство, а где-то рядом кто-то гибнет. Давайте сегодня не будем проходить, не будем равнодушны. Подымем, может быть, у нас немного сил, но этот колосочек мы сможем поднять добрым словом, нежным взглядом, о котором пели сестры. Все так нуждаются в нем. Пусть Господь возбудит этот праздник жатвы каждого из нас, чтобы мы что-то делали. А если кто-то стоит еще далеко от Христа, или в жизни допустил какой-то грех, друзья, Иисус Христос, Он сегодня, Он тот же, Он не меняется, Он вчера, сегодня и вовеки тот же, Он ждет тебя, Он хочет видеть тебя на небесном пиру, Он хочет посадить тебя на престоле своем. Я помню, когда мы однажды были в Москве, на съезде, и там зашли в еврейскую синагогу. Один из наших братьев такой смелый говорит, а можно мне посидеть в кресле раввина? Там такая красивая синагога. И ему там, это было не суббота, не день, когда служение. И там эти служащие, которые были, говорит, можно. И знаете, он там сел, вышел, так сел в это кресло. Мы так смотрим, у всех красиво смотрится. Наш брат-пресвитер сидит в кресле раввина. Друзья, насколько красивее будет, если ты и я, простой
может быть, незнатный из простой семьи, и будешь восседать с царем царей, и он скажет, может, обнимет, скажет, это дочь моя, это сын мой, и я за него пролился драгоценную кровь. Как это приятно, друзья. И это не нужно платить ничего, просто отдать Богу сердце. Вот этот плод, который хочет Бог видеть у нас. И вот последнее, я читаю место из Священного Писания, или предпоследнее, которое записано, 6 глава послания к Римлянам, такой стишок. «Но ныне, когда вы освободились от греха и стали рабами Богу, плод ваш есть святость, а конец – жизнь вечная». Вы знаете, эти плоды приятные для Бога, плод святости. Он хочет видеть в каждом из нас святость. Хочет видеть святость. Не просто мы верующие, мы крещен. Он хочет видеть святость. Слово «святой» – это отделенный. Это отделенный от мира, отделенный от греха. Святой. Сегодня часто оно как нарицание. Ну ты что, святая, ты святой. Друзья, вы написано писанием апостола Петра. Вы народ святой, царственное священство, дабы возвещать совершенство, призвавшего вас из тьмы в чудный свой свет. Друзья, мы не можем опускаться низко, потому что мы народ святой, мы отделенный. И Господь радуется, смотря на невесту свою, которая отделена, которая не прикасается к греху, к ничему греховному. И написано, и что, какой Бог хочет видеть у нас плод, послание к евреям. Это написано, таковые слова. Это будет последнее место. Итак, 13-15 стишок. «Итак, будем через Него непрестанно приносить Богу жертву хвалы, то есть плод уст, прославляющий имя Его. А ведь Его есть за что славить, правда? Есть за что славить. Он достоин славы, Он спасение совершил. Друзья, будем через Него, через Иисуса Христа прославлять Бога постоянно. Постоянно приносить Ему плод уст наших, прославляющий имя Господне. И написано, Бог говорит, этот народ образовали для славы своей. Он хочет слышать славу, он хочет видеть плод добрых дел, и он хочет слышать плод уст и видеть святость. Плод ваш есть святость, а конец – жизнь вечная. Вот такие условия нам дали, даны для того, чтобы войти в жизнь вечную. Друзья, разве это так тяжело? Я скажу, сами по себе мы не сможем, но с Иисусом, как апостол говорит, все могу, укрепляющий меня Иисусе. Он поможет, Он даст силы побороть искушения, Он даст силы отречься себя, если мы пожелаем этого, и послужить другим. И, друзья, один псалом мы такой поем, хороший псалом. «Пока не прекратились дни погожие, спешите, ведь опаздывать нельзя. Спешите сделать что-нибудь хорошее во имя Господа, мои друзья». И эти плоды мы сможем принести для Бога, плоды добрых дел. Ведь еще в одном псалме сказаны слова: «Неужели без плодов я явлюсь на зов Христов? Час, когда велит Он мне пред Ним предстать, не останусь ли в стыде, когда скажет, плод твой где? А у меня не будет мне что показать». Друзья, как хотелось бы, чтобы хотя бы одну душу мы привели ко Христу, хотя бы один сноп. Я знаю, может, кто-то горит желанием, но не имея такой возможности, друзья, пусть молитва будет ваша за ту или другую душу, и рано или поздно ее Господь приведет, если мы усилим наши молитвы, если мы будем молиться, они будут воспомянуты пред Богом. Если кто-то видит и знает кого-то ослабевшего, упавшего, друзья, спешим. Спешите сделать что-нибудь хорошее. Вы знаете, всегда, когда делаем доброе, мы поднимаем лицо. Если видим нужду, спешим принести плод добрых дел. Мы об этом никогда не пожалеем, если там действительно нужда. Друзья, пусть Господь производит нас и хотения, и действия по своему благоволению. Слава Ему. И вот сегодня будет, сейчас будет благодарность Ему. Я хотел бы, чтобы мы дали свободу Духу Святому, чтобы Он мог прославить в нас и через нас, чтобы был прославлен Иисус Христос, чтобы Он радовался, и принимая хвалу от нас, ведь Он достоин ее, правда? Может быть, мы мало воздаем Ему, может, не всегда, но сегодня особенный день, я хотел бы, чтобы особенно воздали Ему хвалу. И еще я хотел бы сказать, когда будет молитва, если кто-то чувствует, что ему нужна молитва церкви, что ему нужно покаяться перед Богом, друзья, молодежь, может, кто-то есть в семье верующих родителей, и вы не чувствуете мира в сердце, друзья, я вам говорю, призываю,
к тому, чтобы вы отдали сердце Христу. Это тот самый лучший дар, тот самый лучший плод, который Он хочет видеть, сердце ваше. Ведь Он из-за этого пришел на землю. Он хочет жить в нашем сердце. Он хочет быть там царем. Он хочет вечеру творить. И вот, друзья, если кто-то почувствовал, что Господь стучит в его сердце, не опоздай. Завтра не в наших руках. А что, если завтра возьмет и обманет? А что, если завтра совсем не придет? Сегодня я услышал новость об одной семье в Калифорнии. Я им давал брачное наставление. Но сегодня я хочу позвонить туда. Я услышал только недавно, что там произошла трагедия, что сын разбился. Друзья, как печально, когда молодых людей оканчивается жизнь. Я хотел бы, чтобы сегодня, друзья, никто не опоздал, чтобы все, которые чувствуют в своем сердце, что их тревожит Дух Святой, обратились к Богу, и Он помилует. Поступила записочка. Благодарность Господу за то, что Он дал нам двух внуков. Помолитесь, чтобы Бог укрепил и благословил их в жизни. Павел и Татьяна Казакови. Я думаю, это радость для родителей, которые имеют, для дедушки, для бабушки, которые имеют внучат своих. Пусть Бог благословит. Мы будем молиться, да? Мы будем возносить Богу благодарность. Друзья, давайте так принесем эту благодарность, чтобы была, как я читал, как эта пшеничная мука, смешанная с елеем. Пусть наши слова благодарности для Бога, они будут в Духе Святом, они будут от сердца всего, от того дара, который Господь нам дал. Давайте, Он говорит, от моего возьмете, меня прославите. Прославим Его. Он достоин славы. Хвала Ему. Аминь. Аллилуйя, слава Тобі, Господь, слава Тобі, наш Бог, слава Тобі, наш Спаситель, у поклоніння Тобі, Ісус. Албену кенту, рібенеса гібен ава отче, урбену кенту, зібенту, клебейну, рібенеса гібен ава отче, лібенту, кребейну, зібенеса гібен ава отче, урбену кейну, зібенеса гібен ава отче, ей, зебену кенту, рібенеса гібен ава отче, лібенту, кребейну, зібенеса гібен, Урбену кену зібенту клебейну рібенеса гібенава отче. Ти достоїн слави, наш Господь. Ти достоїн слави. Ти достоїн хвали. Кенту ребейну зібенеса гібенава отче. Ти достоїн поклоніння, наш Бог. Алілюя. Алілюя, алілюя, алілюя. Лебенту клебейну зібенеса гібен. Урбену кенту зібенту клебейну рібенеса гібенава отче. Урбену кену зібенту клебейну рібенеса гібенава отче. Господи, я прошу Тебе, хай на цьому місці не буде покаяння. Хай на цьому місці, Боже мій, ті, хто ще далеко стоїть від Тебе, Ісус. Хай сьогодні примириться з Тобою. Елбену кену рібенту. Урбену кейну зібенту клебейну рібенеса гібенава отче. Урбену кейну зібенту клебейну рібенеса гібенава отче. Ербену кейну зібенеса гібен, алілюя. Урбену кейну зібенту клебейну рібенеса гібенава отче. О, кенту ребейну зібенеса гібен, алілюя. О, кенту ребейну рібенеса гібен, ава отче, слава тобі за хліб насушний, за хліб духовний, за хліб життя. Елбену кену рібенеса гібен, урбену кейну зібенту клебейну рібенеса гібен, урбену кену зібенту клебейну рібенеса гібен. Хай на цьому місці, Господи, славиться ім'я Твоє святе. Нехай славиться ім'я Твоє святе. Елбену кену рібенту кейну зібенес. Урбену кену зібенту клебейну рібенеса гібенава отче. Урбену кейну зібенту клебейну рібенеса гібенава отче. Алілуя, слава імені Твоєму святому. Слава Тобі, Ісус. Хвала Тобі, благодарність Тобі. Алілуя. Алілуя, слава імені святому. Алілуя, слава Тобі. Алілуя, хвала Тобі, Ісус. Слава Тобі, Ісус. Хвала Тобі, Ісус. Алілуя, лебену кейну рібенту зібейну рібенеса гібен. Урбену кену зібенту клебейну рібенеса гібенава отче. Ти достоїн слави, достоїн ти честі, достоїн ти хвали.
Господи, за те, що Ти дарував нам спасіння, за те, що Ти бережеш життя наше, за те, що Ти, Господи, напротязі цього життя. Твої невидимі руки, Господи, нас тримають. Алілуя, слава Тобі! Слава Тобі, Ісус, хвала Тобі, мій Бог! Слава Тобі, я прошу Тебе, Господь, хто має в серці тягость сьогодні, я призиваю, Господь, дай, Боже, мій сили встати і прийти до Тебе і совершити покаяння перед лицем Твоїм. Елбену кену рібентук, зібейну рібене сагібен. Алілуя, слава імені Твоєму святому, Господи! Я дякую Тебе за Твою велику безмірну любов, яку Ти проявив до нас. Слава Тобі, Боже, за Твоє спасіння, яке Ти нам подарував. Ми не були б на цьому місці, якби не кров Твоя, Ісус. Слава Тобі! Слава Тобі, Отець Небесний, за ту жертву, яку Ти зробив, пішлавши Сина Свого за нас, на смерть, на муки, що Ти дарував нам спасіння. Слава Тобі, Дух Святий, що Ти проводив роботу свою над нами, Господи. Слава Тобі! Слава Тобі! Слава Тобі, Ісус! Я прошу Тебе, Господь, прими подяку за те, що Ти блага свої посилаєш до нас. Господи, для нас все необхідне даруєш. Слава Тобі! Це від щедрої руки Твоєї, Господи. Це не наша сила, не наша мудрість, але Твоя рука дарує все. Слава, слава Тобі! Я разом з цією церквою помісною дякую Тебе, Господь, за всі блага Твої, за милості Твої, за охрану життя нашого. Слава Тобі, Ісус! За хліб, за воду, за все, що Ти даруєш, Господи, хвала Тобі, Ісусе! О, Боже, я прошу Тебе, прими подяку! Слава Тобі за хліб життя, за слово, Господи, яке Ти посилаєш, що воно сьогодні ще торкається наших сердець, воно очищає нас, умудряє нас і направляє до тої небесної країни. Слава Тобі, Господь! Ми дякуємо Тебе, Господи, що Ти заботишся за нас, милуєш, не перестаєш свідчити о собі, Господь, посилаєш благодіяння для нас. Слава Тобі! Хвала й поклоніння Тобі, Господи! О, поможи нам, Боже мій, серце наше приносити Тобі в благодарність і діла творити ті, які Ти хочеш від нас бачити. Господи, хай кожна душа буде сповнена добрих діл і добрих плодів, Господи, щоб Ти дивився на подвиг душі своєї з задоволенням, Господь. Хай Твій Дух Святий производить ці прекрасні плоди, Господи, для слави Твоєї, для слави Твого святого імені, Господь. Слава Тобі за все, за це служіння, за ці, Господи, псалми, слова, вірші, слово, Господь, за молитви. Хвала Тобі, Ісусе, Ти достоїн слави, Господь. Ми також дякуємо Тебе разом з цією сім'єю за їхніх внучатик, яких Ти їм подарував, Господь. Слава Тобі, Ти бачив ті переживання, Ти чув ті молитви, Господи. Сьогодні вони дякують, і ми разом з ними радіємо, Господи. Слава Тобі, благослови надалі, щоб ці дітки, Господи, виростали для слави Твоєї. Хай ім'я Твоє славиться в цих сім'ях, нехай буде возвеличене. Тобі за все слава, Отець, Син і Дух Святий. Амінь. Отче наш, сущий на небесах, да святиться ім'я Твоє, да прийде царствие Твоє, да буде воля Твоя і на землі, як і на небі. Хліб наш насущний подавай нам на кожний день і прости нам долги наші, як і ми прощаємо должникам нашим. І не введи нас в іскушення, но ізбави нас від лукавого, ібо Твоє є царство і сила і слава вовеки. Братья и сестры, во время пения мы будем иметь еще одно служение, которое важное служение, я думаю, для нас. Это добровольное пожертвование. Пусть Бог благословит. Oh,
Слава Господу, братья и сестры. Мы пропели такой гимн: Отче Небесный, за все Тебя благодарим. Мы благодарны Господу за служение, которое Бог дал сегодня иметь нам. Мы вместе имели это благодарственное служение, благодарили Господа. Хочу сделать некоторые объявления перед тем, как мы будем идти домой. Благодарны всем братьям, которые вчера участвовали на